Добрый вечер. Этой ночью облачность будет больше в южной части страны. Здесь себя проявит небольшая область пониженного давления и атмосферный фронт. Местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура в Курземе плюс 14, плюс 15 градусов. В Земгале и Латгалии до 16, в Видземе плюс 13, плюс 15. Днем облачная с прояснениями погода. Дожди и грозы возможны лишь на юге, где велика вероятность образования кучевых дождевых облаков. Грозы могут сопровождаться градом и порывистым ветром. Температура в Курземе плюс 20, плюс 24. В Земгале и Видземе плюс 24, плюс 26. В Латгалии до 27. В Риге ночью небольшая облачность без осадков. Минимальная температура воздуха плюс 16 градусов. Днем облачно с прояснениями, осадки не ожидаются. Максимальная температура воздуха плюс 24. Тип погоды второй, благоприятный. Всего вам доброго и смотрите погоду на ЛТВ.